Это Кая, американский питбуль-терьер. Она сильна и полна неукротимой энергии. Кая – первый питбуль в полиции города Поукипзи в штате Нью-Йорк. За этими бойцовыми собаками тянется дурная слава. Их считают агрессивными и опасными. Но в правоохранительных органах питбультерьеров ценят. В основном за прекрасное обоняние, которое помогает находить взрывчатку и наркотики. Если собака хочет работать, готова к работе, быстро бегает, энергично, умеет пользоваться своим нюхом, а дрессировщик дает ей задание, которое радует ее, то неважно, какой породы эта собака. Как правило, в полицию и армию берут немецких овчарок или бельгийских малинуа. Американских питбультерьеров на службе используют довольно редко. Специалисты организации Animal Farm считают, что питбультерьеры незаслуженно страдают от дискриминации и что эти собаки сильны, упорны и обладают молниеносной реакцией. Доказано раз и навсегда, что собаки породы питбуль способны сделать все то же самое, что и другие собаки. Газеты Нью-Йорка до сих пор пишут о том, как в начале ноября маленькая девочка погибла в результате нападения питбультерьера на Лонг-Айленде. Однако эксперты говорят, что к трагедии могла привести неправильная дрессировка собаки. То, что я слышал в прошлом об этих собаках, отличается от реальности. Они социальные, умные, сообразительные и легко поддаются обучению. Тем временем Кая наслаждается тренировками и общением со своим наставником. А поклонники питбультерьеров надеются на их реабилитацию в обществе.